Приветствую вас, друзья, продолжаем прохождение Кредо Ассасинов 2, и в этой серии мы отправимся в гробницу искать какую-то печать или ключ для доступа в будущем доспехов Альтаира. Вот у нас на карте он по правой стороне. Я распродаю излишки товара по весьма привлекательным ценам. Ну давайте посмотрим, что у тебя есть. Так, доспехи, кстати, доспехи. О. Плюс один. Что у нас еще по плюсу дает? Полтора. Наплечники можно. О, броня уже идет. Ох, нифига. Металлическая берем. У меня, в принципе, хватает. Замечательно. Так, что, в минус? А, ну все правильно, да-да-да. Так, вот я думаю, может поднакопить. Плюс один, да? Назад. Плюс один, да? Ну, давайте нагрудник. А, нет, не выйдет. Не вышло. Наплечники, только наплечник. Все, в ноль выиграли. Да. Я не знаю, наверное, за кадром я сделаю, найду все эти сундуки. Уверен, вам понравятся мои товары. Сундуки? Вот эти кристаллики, которые на карте. Потому что это довольно муторная вещь. Нам нужна сюжетка. Да и вам тоже, я думаю. А бегать, собирать чемоданы эти нафиг надо. Я как-нибудь соберу за кадром это. Увидеть там. Почему? Потому что мы пилоты. Так, смотрим, что здесь. Какой странный человек. Очень странный. Это очень странный человек. Так. О. Могу подобрать и другие. Кстати, вещи. Я не посмотрел. Они отлично подойдут к твоему костюму. Да, вот на руках, смотрите, как классно. Смотрится. Покраска, сумки. У меня вообще ничего нет. А что она дает там? А, увеличивает. Да, я понял. Мне вообще не хватает. Я бы вот это улучшение пояса для ножей сделал бы. Ну ладно. Значит, в другой раз. Значит, в другой раз. Что у вас? Я здесь чистил? Да. Позволь мне подобрать для тебя. Кстати, а нет. Смотрим. Подходите, друзья. У меня есть все произведения. Сюда. Кстати, тут был символ. Я не помню, я его открывал, нет? Вон он. Да, по-моему, открывал. А может и нет. Нет, не открывал. Смотрим. Взламывать компьютер Абстерго становится все легче. Я как будто уже знаю, какая информация мне нужна. Как будто все это со мной уже было. Так, и что же у нас тут будет за головоломка? Вьетнам. Горящий лагерь. Вьетконгцев. Да. Митхо, Вьетнам. 1968 год. И что нам делать? Его... Из его... Чё от версты уст веет смертью? Это вот эта штука. А, точно. Само собой, оружие. Он ведет юношей на тот свет. Ага. О. Каска. Солдат, что ли? Командир. Он ведет юношей на тот свет. Вторая пехота дивизии идет в атаку под пулеметным огнем. Брест, Франция, 44-й. Так, солдаты, северяне в строю. Южная Каролина. Его огненное дыхание пронзает им глаза. А что за огненное дыхание? Оружие, что ли? Этот чудовище не от мира сего. Смайлик. Так, что за чудовище? Смотрим более контрастную картинку. Нет. Ух ты. Тут двоичный код.
B2. Кстати, можно его расшифровать. Я думаю, это расшифрую. Да. Давайте еще пройду, и на монтаже я расшифрую это. Что это значит? Здесь появится над этой картинкой текст. Так, смотрим, ладно. Я что-то... А, во, кажется, где-то здесь, нет? Показалось. Еще раз, чудовище. А кто из вас чудовище? Тут куча чудовищ. Или это как-то метафорично звучит? А, огнестрельное оружие искать, а где оно? Я не вижу это огнестрельное оружие. Это первый огнестрел, вот он. По-моему, да, мини-пушки такие были. Не понимаю, это чудовище не от мира сего. А, яблоко твою налево, блин. А, вот оно. Пароль найден. Угу. Какая-то мешанина из кадров, дергающаяся для эпилептиков. Блин, ну что ж такое, а? Назад. Непонятно, что это такое. Ладно, идемте дальше. Самое главное, закрыли это барахло непонятное. Где тут? Ага, мы пришли, в принципе, с другой стороны зайти. Эти дергающиеся картинки там вот именно эпилепсию могут вызвать у людей здоровых. А, вот здесь. Точно. Погнали. Снова катакомбы. Итак, тайна Торы Гроссо. Проникните в Торы Гроссо и найдите печать ассасина. Да, нам нужны печати. Итак, запретная зона. Значит, здесь будут нас поджидать. Этот плащ здесь не действует. Немножко не понимаю, что делать. Ага. Ну да, непонятно. А, вот как. Немножко неясно было. Ну ладно, какая разница. А внизу есть там чемоданчик с золотом? Да здравствует система рычагов. Так, это что у нас? Это подвал, хранилище. О, ага, мы это вверх поднимаемся постепенно. Где-то я уже его видел. На минутку. Аспетта, месере, стой! Зачем этот капюшон? Что он скрывает? Вот он, ты не уйдешь! Мы где-то встречались, друг? От тебя даже праха не останется! Давайте следующий. Чего ты ждешь? О, нет! Ты пожалеешь об этом! Вольямо априре данце! Хорошо. Не хочу с ними цацкаться еще, блин. Так, что у нас тут интересного? Что нам-то показали там? Поверку как-то прыгать, да? А, во, вот здесь. Вот это кадр я запомнил. Ай, блин. Тут когда камера так
Двигается это очень неудобно. А что, вы не... А, мы, наверное, не допрыгнули бы, да? Скорее всего. Я там никого не вижу. Он наверху топает там. Да, он наверху. Странно, показывает, что нет. Да куда ты? Минус. Так, здесь что? Там рычаг. А я допрыгну? А. Вот как, ясно. Нет, ты что делаешь? А я не отсюда пришел, разве? Ага. Начинается платформер своеобразный с элементами 3D. Да, тут рычаг есть какой-то. И сундучок. Отлично. Бронированный. Здесь надо как-то очень аккуратно. Ох, йоу. И наверх, да? Туда аж надо. Бронированный там. Я его не смогу ничего с ним сделать. Вообще ничего не сделаю. Надо как-то дождаться. Ага. Ясно. По этим стеллажам получается, да? На верхний не заберусь. Это там книги рассматривает, смотрите-ка. Надеюсь, он не заметит. Куда пошел? Что это? Кровь? Кто видел, что здесь произошло? Говорите! Вот теперь он будет ходить везде, да? Где он? Вот он. Все, он так же встает, ему пофигу. Этот капюшон. Твою мать. Быстрее! Я его не вижу! Попробуем его. Не знаю. Вон он! За ним! Я выпотрошу тебя, как получится рыбу. У него хоть что-нибудь снять. Да, у него снимается хорошо.
Долго, конечно, но... Он мне не нужен здесь. Я тут собираюсь нормально лазить тут. Ну, зажали. Только контратакой с ним вообще бесполезно. Да уходи ты, ты чё? Так, почти сдулся. А может вот так вот поприкалываться с ним? Дух ты, у него сильный удар. Есть, отобрал у него. И с пафосом давайте его толкнем. Так, ладно. У нас, в принципе, еще есть КП. Так, смотрим, что здесь делать. Здесь вообще какой-то трэш. Меня отсюда не видно. Это уже радует. Здесь не забраться. Ну, как-то вот здесь надо все-таки, да? Наверху. Ага. Да, отцепись. Все-таки как-то сюда надо. Тихо. Хорошо. Я с этим разберусь в открытую, наверное. Он похож на... Где-то я... Я уже его видел. Это плащ. Это плащ. Так, есть. Дальше. Ага, нам надо наверх. Потом как-то туда. Ну как? Но как это сделать? Я пока не понимаю. Угу. Так. Идей пока нет. Нет, идея то, что здесь пройти, да. Это понятно, логично. Еще, в принципе, сюда можно. По этим штукам можно лазить? Да, можно, кстати. Тут что, коврик типа? А я допрыгну, нет? А. А, нет. Зараза. Ладно. Уже знаем, как что. Да, здесь можно было по-тихому его убрать. Но... Пришлось все-таки использовать. Так, наверх, наверх, наверх. И вот туда, если получится, да? Тихо. Дурак. Здесь ничего такого? Ничего. Нет, 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 нет. Ты что? Так, это на самый верх, если... А, и все, да? Я не залезу здесь никак. Хм. В таком случае... В таком случае. У меня
Это, блин. Не очень. Перспектива-то. А, вот. Где-то я. Я тоже где-то тебя видел. Все, разобрались. Спокойно. Здесь наверх по балкам. Угу. Как-то здесь пропрыгать надо будет. Туда-туда. Ага, и туда. А там что? А, нам туда. Вообще-то, да? Я бы хотел бы туда еще сгонять. Давайте попробуем. Если что, окажемся на месте. Секретная область. Секретная область — это хорошо. А, интересно, нам надо будет спрыгивать? И сколько тут? 500? Еще хуже, в два раза меньше. Смысл? Смотрите, короткий ход был здесь. Замечательно. Вот это башня. Веселуха, хоровод. С этими справиться это вообще как... Не знаю, что. Так, секретные области, ну их нафиг. Они не нужны. Там ни о чем. Тикси. Слезай немедленно! Меня нет. Меня нет. Не хочу агрить, просто его сейчас грохну и все, пошел нафиг. Ушел? Да, ушел. Ничего, друг, я тебя... Так, дальше сюда. Где-то там еще, да? Двое целых. А у меня 4. Ну, я думаю, хватит. На всех. Ага, это его тень. Так, уходите. Куда это ты собрал? Фух. Резко, резко. Так получилось. Так, здесь что? Вообще как... А, ага. Как-то так, да? Так, здесь, здесь и на самый верх. Вот, куда мы идем. Что-то здесь... А, понял. Такие массивные балки. Так, и чё? А, ну по этим выступам. И наверх, да? Можно забраться. А, вот, вот, вот кольца. Ура! Дошли. Замечательно. Так, собираем все, что плохо лежит. Как-то мало. Да, надо будет рейд сделать по этим сундучкам отдельно. Закадровый.
Не прыгать. Спокойно. Эцио, успокойся. Я понимаю. Богатство, все такое. Все. Все здесь собрали. Забираем. А вот и выход. Надеюсь, ты не упал там с таким звуком. С этой башни. Эцио, ты можешь. Это не наш труп там валяется. А, нет, это просто подсказка. Не пугайте меня так. Вот, мы и забрали еще одну печать. Тут чемоданы есть, сундуки. Плохо лежащие. Так, ну прохилиться смысла нет. Так, наверное, отправимся мы. Сейчас, секундочку. Мы сейчас в Сан-Джиминьяно. Можно отправиться. Давайте сейчас, где тут поблизости есть. Ту-ту-ту-ту-тум. Телепорт. Средневековый. Блин, он аж здесь. Ладно. А, поближе G. Вот он. Идем сюда. В принципе, мы сейчас находимся, это среднее средневековье. Ранее средневековье это 11 век, среднее 15-й, ну плюс-минус там пару веков и там и там. А позднее средневековье это 17-18, да. Если я не ошибаюсь, если что, поправьте. Я хочу сейчас на виллу, да, Монтереджоне сгонять. Всего 4? А, наверное, близко. Вообще ни о чем. Надеюсь, не 4000. А то все возможно. Может, сейчас что-нибудь получаем. И отправимся во Флоренцию. А потом Венеция нас ждет. Нам сюда. Все кристаллики, наверное, за кадром. Да, буду собирать. Посмотрите все, кому вы галерею. Уверен, каждый любитель искусства. Кто смотрел про Наруто? Вот они, ассасины, примерно так вот, по крайней мере, Эцио примерно так и бегает. Особенно по балкам каким-нибудь. Ой-ой-ой-ой. Аниме. Привет, Клаудия. Посмотришь мои записи? Посмотрим, сундук. Забираем. Уходим. Пусть пополняется. Мы сейчас его еще чуть-чуть прокачаем. А престо, Эцио. А, кстати, можно печать сразу, да? Поставить. Блин. Кодексы. Не забываем кодексы. А кого мы там подобрали? Не этот, по-моему. Нет, не этот. Хорошо, вот этот. Нам осталось чуть-чуть. Всего лишь половинку. Будет наверняка Венеции. Интересно, в Монтереджоне есть эта печать? Кстати, все возможно. Мы просто еще не нашли. Улучшаем. Ой.
Бонжорно. Привет, Эцио. Давай поглядим на список. Давай. Итак, колодец. Давайте обновим. И гильдия воров, наверное, сделаем их хорош. Или насколько там нам хватит еще. А, у нас еще много. Во. Так, портной, врач, кузнец, банк. Я думаю, банк прокачать. 5. Ага. Да. 3 осталось, да? Вряд ли, что мне на что хватит. А, о, врача можно. Портного можно. Давайте врача. Все. Кстати, шахты. Вот здесь шахта есть. Давайте посмотрим, там сзади. Bon viaggio. О, не пугай меня так. Отлично. Спокойно. Идем по заданию. Давайте в шахты сначала сгоняем. Друзья, заходите ко мне. У меня лучшее снаряжение. У меня есть все, что вам нужно. Самые модные художники. Лошадь. Будет быстрее просто. Кстати, можно и сундуки по кругу собрать. Где-то здесь был. Сразу вот здесь, в этом закутке. Да, вот. Хоть я и говорил. Стоп. Что за кадром? Но все равно мы идем по кругу. Как-то пропускать это не хочется. Да, уже флаги появились, смотрите-ка. А их не было. Вот здесь будет сейчас. По карте видно было. А, там перо. А, нет, не только перо. Ну и перо заберем. 300. Хорошо. Погнали. Вот шахта, кстати. Надо заглянуть в нее. Прикольно. 2 чемодана. Тихо. Тихо, не падай. Да что ж ты, камера, не с ума не сходи. Да ёлы-палы, что с камерой? Она как-то разворачивается не в ту сторону, куда надо. И у нас мало хп. Она не полностью. Не полностью. Так, давайте я вот сюда. Вон, ну конец. Да ёлы-палы, зачем я shift нажал? Ай. Shift нужен, если когда ты летишь и надо за что-то ухватиться. Вот тогда он нужен. Хотя, в принципе, я в каком-то смысле лечу. Вот так он хватается вроде. Вот камера... Вот... Зачем? Зачем так сделано? И чё? Хорошо. Ну, добрались. Ни о чем, конечно, но все же. Все. Также по кругу, да куда ты? Лошадь.
Забираем также все эти сундучки. Так, где-то здесь, да, вот. Вот оно. Вот тут прям жирненько было. Так, я вот не помню, тут еще будет. Возможно. Нет, здесь нет. Ну и ладно. Идем по заданию. Во Флоренцию сейчас. А там не то, что Флоренция, там, по-моему, просто переход. Посмотрим. Да, Флоренция. На карте посмотрим.